Тушеное мясо получается гораздо вкуснее и нежнее, чем жареное. Попробуйте оригинальный способ потушить мясо в сметане. Не пожалеете. Читайте рецепт свинины, тушеной в сметане в мультиварке. Подготовьте необходимые ингредиенты. Мясо порежьте на небольшие кусочки. Посолите, поперчите мясо, добавьте приправу. Если нет готовой, то просто перетрите молотые орехи, грецкие обычно, с чесноком измельченным. Выложите свинину в мультиварку, залейте сметаной. Хорошенько перемешайте и закройте крышкой. Включите режим тушения минут на 4 потом, режим выпечка минут на 15 и второе это для того, чтобы мясо не плавало в сметане, а блюдо в целом не было слишком жидким. Если вам нравятся более жидкие и горячие блюда, то просто готовьте в режиме тушения около часа. Готовую свинину тушенную в сметане в мультиварке подавать, можете как со свежими овощами, так и с маринованными помидорами или огурчиками. Приятного аппетита!